Так, ну вот вам, пожалуйста, Юпитер, Сатурн, 22 декабря 2020 год над Харьковом. 8 угловых минут между ними. Вчера была облачная сплошная, поэтому не увидели этой красотища. Так, а сколько времени? 16.01 по Киеву, Харькове. 50-я параллель северной широты. Ну, небо довольно дымчатое, но кольца я в окуляр вижу. Спутники даже вижу. Полос не вижу. Миллионов километров до Сатурна, если кто-то собирается отправиться. И 1 494 миллиона километров до Сатурна, до Юпитера 888 практически. Ох, не верится даже, что все срослось. Вчерашний день пропустили, конечно, пиковый, но вчера было 6 угловых минут, сегодня расстояние между ними сегодня, по-моему, 8. Ну где вы, ребятки? Куда вы подевались? Вот, я куда-то вас загнал далеченько. Снимаю фотоаппаратом со 125-кратным оптическим увеличением, поэтому настройки приходится проводить, двигая штатив, ногу штатива. Так, сейчас еще поснимаю это все с другими настройками. Очень быстро садится за горизонт. Юпитер и Сатурн. Давайте посмотрим еще на Луну красавицу. Не полнолуние, полулуние. Вот как раз на линии терминатора. Сейчас попробую резкость поиграться чуть-чуть. Ну, видно, что камеры лучше не касаться, конечно. Где Марс? А, вон у нас и Марс. Давайте сейчас я Марс в этом дубле. Зафиксируем. Ну вот даже в одном кадре справа Луна. А слева, касаясь практически кадра, Марс. До Марса 120 миллионов километров нынче. Так, ну, к сожалению, много времени мы сейчас не Луне. Ни Марсом делить не сможем. Сатурн и Юпитер быстро опускаются за горизонт во все более плотные слои атмосферы. Так что сегодня они у нас
во главе угла при съемках, при приоритете в съемках. Все не трогаю. Вот теперь не трогаю точно. Да. Последний раз, говорят, такое сближение Сатурна и Юпитера на небосводе было 800 лет назад. Следующее будет через 60. Предыдущего я не застал, насколько я помню. Следующего, до следующего точно не доживу. Так, ладно, сейчас другие настройки светочувствительности сделаем. Еще раз. 22 декабря 2020 год, Харьков, 16:06 по Киеву.